Расскажите, как, ну, понятно, как сейчас готовятся люди к интервью? Они открывают Википедию, посмотрели другие интервью на Ютубе, почитали где-то статьи. Как вы готовились, если говорить, например, там, про 90-е, конец 90-х, начало 2000-х? Как происходила ваша подготовка к интервью? Из чего она состояла? Вы знаете, я всегда готовился одинаково. До интернета, конечно, немножко иначе, но всегда во главе угла система. У меня вообще во главе угла всегда система. Я системный человек. А что такое система? Это четкая последовательность действий, когда ты понимаешь, даже как ты зубы чистишь, с какой руки и с какой части челюсти ты их чистишь, да? Что такое подготовка к интервью? Первым делом, естественно, мне дают досье на человека полное, где описано все, что с ним связано, его интервью и так далее. Это редактура? Это мои помощники. Угу. Мне делают это досье. Дальше начинается работа. Первое. Я пишу вопросы, которые я бы задал этому человеку. Вот сходу. Дальше я читаю все, что о нем написано, и выписываю вопросы, уточняющие какие-то резонансные факты, и вообще то, чего я о нем, естественно, не знал, я это тоже выписываю. Дальше эти вопросы я нарезаю ножницами и выкладываю на огромном столе все вопросы. А то дальше... есть сейчас тоже так происходит? Да. Вот да. Все так же, да. Вручную ножницами? Да, вручную ножницами. Так. А дальше я начинаю выкладывать. Первые темы. Детство. Отложили все вопросы по детству, сортируем сюда. Дальше. Личная жизнь. Сюда. Увлечение. Сюда. И вот по темам. Разложили по темам. Дальше. Внутри каждой темы я начинаю сортировать по последовательности. Uh-huh. А дальше я уже сортирую темы. Uh-huh. Все, у меня канва интервью готова. А дальше это творчество.